У нас сегодня на базе школы номер 3 города Судак с крымско-татарским языком обучения проходит первый этап республиканского конкурса защиты научно-исследовательских работ учащихся членов Малой академии наук «Искатель». Есть такая организация республиканская, которая занимается научно-исследовательской работой среди учащихся средних школ. И сегодня у нас здесь защищаются ребята по четырем отделениям. По отделению истории гуманитарных наук, отделением математики, технических наук и физики, отделением химии, биологии, психологии, ну и по отделению языкознания, искусствознания и фольклористики. Множество различных секций. Как всегда, к МАНу достаточно большой интерес в нашем городе, что не может не радовать. Ну, чаще, больше всего, конечно, преобладают работы по гуманитарным дисциплинам. Пока еще у нас хромает немножко физмат, но я надеюсь, что мы подтянем его, и что в этот раз будет достойный результат. А некоторые в двух секциях сразу параллельно работают. Наиболее ценно то, что когда ребята поступят в высшие учебные заведения, у них будет уже определенный опыт в написании научно-исследовательских работ, а это успешные курсовые работы, успешные дипломные работы, которые не надо будет покупать, которые можно будет достаточно легко написать самому. Ну а в будущем, может быть, кто-то заинтересуется наукой, будет заниматься ее профессионально, защитит диссертацию, кандидата и доктора наук. Наука – это путь к мечте, как я говорю, если только знать, как его проложить.